Здравствуйте, дорогие друзья. Поменяем каретку. Это у меня старая. Стояла в этом велосипеде. Давайте начнем. Снимаем педали. Колпачок. Откручиваем с помощью съемника торцовым ключом гайки. Чтобы было легче снимать эту педаль, брызнем ВД-шку. Закручиваем обратную часть съемника. Потихоньку, спешить не надо, потому что можно сорвать резьбу или связать. И выдавливаем педаль. Одну педаль звездами снял. Достаю съемник обратно, выкручиваю. И снимаем теперь вторую педаль с другой стороны. Снимаем колпачок. Откручиваем с помощью съемника торцовым ключом. Брызгаем ВД-шку, чтобы легче снять педаль. Вкручиваем съемник в обратную сторону. Выдавливаем. Ключ с большим рычагом легче откручивать. Есть, снял педаль, достаю съемник. Будем откручивать с помощью съемника. Здесь есть специальные такие гайки. Чтобы легче было откручивать, я брызну ВД-шку. Здесь должна стоять вот такая гайка, вот мы ее сейчас выкрутим, и откручивается эта гайка против часовой стрелки. Если вы будете откручивать гайку со стороны звездочек, то тогда съемник крутится по часовой стрелке, так как здесь левая резьба. Чашки эти очень сильно прикипели на велосипеде, у меня стальная рама, ВД-шка не помогла, даже если залил ее. То я взял, поснимал колеса на велосипеде и эту часть поддержал над газовой конфоркой минут 5-10 и затем с помощью съемника легко открутилась. Точно так же и другую часть погрел.
подержал 5-10 минут и раскрутилось. У меня даже краска здесь почти не пострадала. После того, как погрели, чтобы было легче откручивать, я сделал так, что, допустим, когда мы крутим этот съемник, он у нас спадает все время. Чтобы не спадал, мы прикручиваем педаль, и тогда она будет держать съемник, и съемник не будет болтаться, соскакивать. Тут как раз хватает длины болта. Зафиксировал съемник, он у нас уже стоит на месте. И затем ключом откручиваем. Напоминаю, что мы здесь крутим для откручивания по часовой стрелке. Все, теперь откручиваем педаль. Эту чашку мы сняли. И точно так же откручиваем с другой стороны. С другой стороны эту каретку выбил немного назад. И точно так же надеваю съемник, педаль, чтобы было легче откручивать, чтобы не болтался наш съемник. И здесь уже со стороны педали, здесь мы откручиваем, как обычно, против часовой стрелки. Здесь точно так же педаль фиксирует этот съемник, и он у нас не слетает, не болтается. Наша развалившаяся каретка. Чашки я эти менять буду, у меня с другого велосипеда почти новая каретка, и чашки почти новые, поменяю. Здесь надо это все почистить. Вставляю новую каретку. Это у меня две чашки. Та, что грибочком, это идет со стороны звезд, с другой стороны. Закручивается по часовой стрелке.
до конца пока закручивать не буду, немножко оставил. И с другой стороны вкручиваем чашку грибочек, тоже резьбу забрызгаю здесь. И вкручиваем шайбу, вкручивается здесь против часовой стрелки, левая резьба. Вторая. До упора. С обратной стороны чашку подтянул. И теперь ставим обратно педали. Прикручиваем. Вставляем колпачок, надеваем цепь. И с другой стороны прикручиваем педаль. Надеваем колпачок, и все готово. Поменяли каретку. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока!